субботу, в последний день календарной зимы, в Самарской области облачно, осадки в виде дождя и снега, днем плюс 1, плюс 3 градуса, ночью 2-4 ниже 0. Ветер северо-западный 3-5, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, дождь, днем плюс 2, в темное время суток минус 4 градуса, западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти переменная облачность, снег, в дневное время плюс 2 градуса, ночью минус 2, западный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Самаре облачно, утром снег с дождем, днем плюс 2 градуса, ночью 5 ниже 0. Северо-западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 70%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.